Вот так выглядит генеалогическое древо пермских вузов. 5 из них родились из факультетов классического университета. В 1930 году на базе педагогического факультета образован педагогический институт. В 1931 – медицинский институт, основанный на базе медицинского факультета. В 1933 – сельскохозяйственный факультет преобразован в самостоятельный сельскохозяйственный институт. В 1936 – фармацевтическое отделение дало начало фармацевтическому институту. Начался бурный рост высших учебных заведений в городе Перми. И это было особенно связано с постановлением Совета народных комиссаров РСФСР о реорганизации государственных университетов. В 1949 году в университете был открыт технический факультет, а затем в 1960 году все эти четыре отделения вошли в состав известного сейчас Пермского политехнического института. В 90-е годы эти институты получили статусы академий и университетов, а ПГУ стало принято именовать классическим университетом. В 1975-м в Перми был создан Институт культуры. В прошлом году он отметил 40-летие. Самый молодой – Пермский военный институт внутренних войск. Ему в этом году исполнилось 35 лет.